Организуемые в честь знаковой даты встречи, беседы, выступления музыкальных коллективов наполнены особой атмосферой. О том, насколько ценен нашим народам мир, также расскажут торжества в регионах. Высокий уровень боевой и политической подготовки показывают в нынешнем зимнем периоде обучения воинские подразделения Северо-Западного военного округа. Залогом этого является всемерная поддержка, оказываемая президентом страны. Такое внимание и забота оказали свое влияние на все стороны жизни и деятельности частей и подразделений. С каждым годом обновляется и укрепляется материально-техническая база, улучшается благосостояние служащих, что в конечном итоге способствует повышению боеспособности национальной армии. Мы все с большим волнением встретили вчерашнее поздравление главы нашего государства. Задачи, поставленные президентом перед защитниками Родины, возлагают на нас большую ответственность. Каждый офицер и сержант, военнослужащий срочной службы, должен совершенствовать свои знания, умения и навыки, чтобы оправдать оказанное ему Родиной и нашим народом высокое доверие. Затем на Курском театре имени Бердаха прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Родины. Офицеры, сержанты и солдаты срочной службы, отличившиеся в выполнении своего долга перед Родиной, были удостоены высоких государственных наград. Праздничное мероприятие, организованное в городе Карши под девизом «Народ и армия – одна душа», началось с посещения площади памяти. Представители Хакимьята области, военнослужащие воинских частей Юго-Западного особого военного округа, сотрудники правоохранительных органов и представители широкой общественности почтили память героических сынов Отечества. Усыпан цветами памятник скорбящей матери. Участники праздничных встреч рассказали молодому поколению о потенциале нашей национальной армии, условиях и возможностях, создаваемых сегодня для военнослужащих. На служащих, заботе государства о них. Согласно указу президента Республики Узбекистан за вклад в укрепление обороноспособности страны, повышение боевого потенциала вооруженных сил, обеспечение мира и стабильности в обществе, группе военнослужащих Кашкадарской области вручены государственные награды. Военнослужащим, проходящим службу в воинских частях Юго-Западного особого военного округа и членам их семей вручены почетные грамоты и ценные подарки от Хакимьята области. Ну и, конечно, этот праздник также не обошел без активного участия творческих коллективов. Много теплых слов в адрес доблестных сынов Родины звучат отовсюду. Почтили память предков, проявивших мужество и отвагу при исполнении своего служебного долга ради мирного неба и светлого будущего в Джизаке. Мероприятия прошли при участии военнослужащих воинской части Джизакского гарнизона, членов их семей, пограничников, сотрудников правоохранительных органов, активистов и депутатов, руководителей секторов. Зачитано праздничное поздравление главы государства. После торжественных слов и награждения главных героев события в сопровождении специально подготовленной концертной программы накрыт праздничный стол. На торжественном мероприятии под девизом «Наша национальная армия – крепкий щит нового Узбекистана», организованное в музыкально-драматическом театре Сардаринской области, приглашено также много гостей. Это и сами представители военной сферы, и широкая общественность. Большое впечатление у собравшихся произвели композиции в исполнении артистов художественного коллектива театра. Мелодичные песни, воспевающие непоколебимую дружбу народа, любовь к родине, лишь усилило чувство благодарности представителям самой почетной профессии за эти мирные дни, хоронить которые мы все обязаны, как зеницу ока. Вопросы социальной защиты военнослужащих и членов их семей, обеспечения их жильем, улучшения условий военно-лечебных учреждений в числе приоритетных. В этом направлении ведется системная работа. Об этом говорили в молодежном центре Андижана. Меры материального стимулирования лиц, проходящих военную службу, в том числе предоставление им государственных льгот при поступлении в высшее учебное заведение, оказание практической помощи в трудоустройстве, являются важным фактором дальнейшего повышения престижа прохождения службы в рядах вооруженных сил Республики Узбекистан. В рамках праздничных мероприятий по случаю Дня защитников Родины и месячника патриотизма в самых отдаленных районах были организованы встречи с участием военнослужащих, молодежи и представителей юного поколения.
В празднование 31-й годовщины образования Вооруженных сил Республики Узбекистана Дня защитников Родины в Самарканде началось посещение усыпальницы Амира Тимура. Далее представители широкой общественности возложили венки к памятнику великому полководцу. Праздничное мероприятие продолжилось в молодежном центре. В нем приняли участие военнослужащие, ветераны вооруженных сил, правоохранительных органов, сотрудники МЧС. Выступающие говорили о проводимых в последние годы масштабных реформах в системе. Сегодня создана сильная национальная армия, способная эффективно решать тактические и стратегические задачи по обеспечению мира и стабильности нашей страны, неприкосновенности границ и единства армии и народа. Вчера мы слушали поздравления президента всем военнослужащим, всем защитникам Отечества. Сегодняшний день армии и вчерашний день армии, я вспоминаю, когда мы служили, какие были условия и сейчас какие условия. Мы в палатках жили на полигонах. Я недавно был на военном полигоне Сазаган. Увидел эти условия. Там построены такие здания. Мне еще раз хочется служить. Вот честно говоря, вот сейчас опять одеть форму и пойти служить. На праздничной церемонии отмечены заслуги военнослужащих, проявивших самоотверженность на службе. Группе отличившихся вручены почетные грамоты и памятные подарки. Страна развивается в лучшую сторону, много хорошего происходит. Очень приятно, честно говоря, первый раз за 25 лет. Неожиданно было. Очень благодарна за поздравления. Мероприятие продолжила концертная программа.